А вы кто такие? Что вам надо? Реакцию показать? Ну, первую фигурку я купила 28 июля 2016 года, это было 4 года назад уже, но слишком старые, даже в 2015 году. Их 115. Какие-то вопросы есть? Сколько стоит? 170 тысяч. Здорово, народ, с вами Маха, и вы давно просили сделать это видео еще раз, но... Никак. Да, в первый год, как я решила освещать фигурки на Ютубе, у меня было мало фигурок. Потом они за год очень сильно моя коллекция выросла, и их стало много. И я через год сделала еще одно видео, а потом не сделала. И делаю только сейчас. Даже не летом, а в марте. Я перестала покупать фигурки, потому что я поступила в колледж и стала иначе смотреть на деньги. И да, мне стало элементарно жалко денег на фигурки. Также у меня полностью поменялась жизнь. То есть я перестала сидеть дома, я постоянно была где-то там, из-за чего мне стало все равно, что происходит дома, мне было не все равно, что происходит не дома, поэтому я вкладываюсь именно в то, что происходит вне дома, опять же. Сколько раз я сказала эту фразу? Моя фигурковая семья выросла всего лишь фигурок на 15-20 с последнего видео про коллекцию. Я не хотела снимать видео вновь, потому что, в принципе, визуально мало что поменялось. То есть, да, стало немного побольше фигурок, но по факту нет. Но 14 февраля произошло то, что заставило меня все-таки сегодня взять себя в руки, позвать к себе оператора и замутить видос про коллекцию. И давайте начнем. Причина кроется вот. В этом вот появилась новая полка. Мальчики на 14 февраля дарят валентинки, цветы, конфеты, кольца, шубы и так далее. Мужчина делает себе вот эту вот полку своими руками, и ее же вешает. Да. Наверху стоит только часть коллекции Атаки Титанов. Здесь всякая разная мелочевка. И две фигурки Фанку. Раньше они стояли вместе со всеми на алтаре моем. Мои трясущиеся руки, но я честно не алкаш. В общем, первым делом тут, значит, вы видите Эрвина Фанку. Я в последнее время очень подсела на Фанку. Внизу три фигурки. Это брелочки. Четыре фигурки, которые мне подарил Няшима. Да, они все еще у меня существуют. Значит, вот эти вот две фигурочки, их плохо видно. И вон там вот еще две, их тоже не очень хорошо видно. Это бутлеги, эксклюзивный Nendoroid Petite Эрона. Такой вот маленький Эрвинчик. И Энечка из Чехии, это очень важно знать. Второй ярус этой полки полностью Фанку. Во-первых, тут стоит Фанку Зок из Разочарования. Демон из Проклятия Монашки, это тоже Фанку, если вы не знали. Мне, в принципе, очень нравятся монашки, а здесь еще такая фигурка классная, так что я не устояла, я ее взяла. Значит, Кратос из God of War. Я брала его в геймзоне, который, кстати, закрыли. Я недавно туда прихожу, он закрыт. И я подозреваю то, что это бутлег. А брелочек Фанку тоже из Чехии. И Лара Крофт. На нижнем ярусе стоят принцесски. Мирида из Disney Infinity, потом Мирида из кинотеатра. Я у младшего брата отжала, она очень классная. Далее, значит, Танька из Холодного Сердца. Тоже в геймзоне брала, и это тоже бутлег, но мне он нравится. Белль из Красавицы и Чудовища, думаю, вы все знаете. Малефисента, опять же, из Disney Infinity. Вот такая вот милая девочка, которую мне дали в подарок, когда я брала фигурки, так что я не знаю, кто это. И Витёк, которого я взяла на Катане Фесте. Я тогда еще с косплеем своим выступала впервые. Первый и последний раз. Он взяла его на память. Переходим с вами к моей большой полке. Начнем по порядку. Первым делом здесь стоит Эдвард Тэтч из Ассасинов. Да, я, как вы видите, любила когда-то Ассасинов, сейчас уже не играю в них, ничего не читаю по ним, но иногда хочется. Это действительно классная серия игр, всем советую. Конор подвижный, которого я тоже брала в Чехии. Да, я буду подмечать фигурки, которые брала в Чехии, или как-то они очень странным образом ко мне попали. Кстати говоря, Эдвард из GameZone, он оригинал, но он плохого качества, еще он у меня, вот, пожалуйста, косоглазий. Бюст Эцио, и меня отговаривали его покупать, потому что, Маша, ну это же просто бюст, это же не полноценная фигурка, но мне бюсты нравятся. Вот эта вот сладенькая парочка, которую я объединяла кровью и потом, но не настолько сильно кровью и потом, как другую парочку, но тем не менее. Это у нас Агилар и Мария из фильма «Кредо убийцы». Честно,
Фильм мне очень понравился, потому что очень плохо раскрыли этих персонажей. Агилары я брала в Чехии, и там же хотела взять Марии. Но они бы элементарно не поместились в багаж, еще денег стало жалко. Поэтому я ждала Новый год. И в Новый год я вот купила Марию, да, и вот мне можно считать, что за 1 рубль положили Эцио, потому что была акция в 1С Интерес. Берем выше, света не хватает, я знаю, но терпим, ребят, скоро это закончится. В общем, здесь у меня, значит, Акаши из геймзона. Я давным-давно играла в доту, мне это нравилось, и вот Акаши мой самый любимый персонаж. Сейчас я уже этим не страдаю, я теперь вообще ни в чего не играю, кроме как Sims. Но вот Акаши у меня есть, действительно нравится этот персонаж, чем-то дорог мне даже. За Акашей у меня стоят две фигурки, Человека-паука из Железного Человека, из журнала Marvel. Когда-то его делали, 2 назад вроде бы. Я вот делала 2 выпуска, мне, в принципе, фигурки понравились, классное у них качество. Последний отсек на этой полке, у меня здесь стоят комплитки и просто классные тяночки. Сзади комплитка Дедмастера, так она стоит 8 тысяч, мне же она досталась за 3 тысячи. Кашира, знаю, очень многие ее хотят, она у меня появилась чисто случайно, и действительно классная фигурка, кстати. Я, кстати говоря, даже коробку от нее оставил, чтобы обзор как-нибудь запилить. Единственный прайс на этой полке, Йоку из Гуру Лаган. Но, тем не менее, прайс хороший. Мне он очень нравится. Самая большая фигурка у меня в коллекции. Хацуна Мико 2011 версии. Я не помню, как она полностью называется. Я очень сильно устала держать камеру, но мне надо вам показать еще вот эти вот основные полки, где стоит, в принципе, вся моя коллекция. И, кстати говоря, здесь есть маленький секретик. Я о нем мечтала. И теперь вот у меня есть такая вещица. У меня подсветка есть для фигурок. Сразу видно всю пыль, правда, но тем не менее. Если посмотреть на верхнюю полку, здесь можно увидеть Аску. Также 5 фигурок по Fairy Tail. Я брала их на Алиэкспрессе, в принципе, хорошее у них качество. За такую цену причем. 3 мои любимые фигурки по Алхимику. Это прайс Эдварда, прайс Роя и вот такая вот маленькая классная фигурка. Она, кстати, очень редкая. Мадам на телевизорах, за которую меня хейтили. В прошлом видео то, что ты не знаешь имя персонажа. И что? Мне все равно, как зовут персонажа. Если мне нравится фигурка, то я ее возьму. Я не буду ни о чем думать. Можете опять меня засрать в комментариях, я, в принципе, не против. Мадам на крышечке, опять же, в подарок мне досталась. За 3,5 копейки я купила даже Россию. Сладенькая парочка, за которую очень многие переживали, это Кирита и Асуна. Я сейчас опять скажу фразу, после которой у любителей САО бомбанет. Я не люблю САО, это очень тупое аниме, но персонажи классные, я их купила. Классные в том смысле, что визуально. А еще вот эта фигурка, моя гордость, я ее выиграла в фотоконкурсе у Надоноши. Да, тут пыль, знакомьтесь. Фотоконкурс был, я выиграла, 2-е место заняла. Мне присылали эту фигурку. Так, 2-я полка, здесь больше всего фигурок стоит, и мне будет трудно сейчас рассказать сразу про все. Вроде бы как это Мильях ее зовут, она из аниме Dog Days. Так, я не помню некоторых имен персонажей, потому что я очень давно не залезала на эту полку, но если вы захотите меня засрать в комментариях, то, в принципе, почему бы и нет. Хамуренок из Мадоки Магики. Да, я люблю Хомуру. Одна из моих самых любимых фигм, Хацуна Мику. В версии, где она на скутере. Там можно еще скутер купить, но нет. Пусть она ходит на своих 2, кто еще разобьется. Тут Сакура тоже из Мадоки Магики. У этой мадам чересчур трудное имя. Я даже его произносить не стану, чтобы ошибок не наляпать. Но она из аниме Fate. Эта фигурка хоть и не издавалась как эксклюзив или же еще что-то там, тем не менее, ее достаточно трудно найти. Она достаточно дорогая. Мне же она досталась по нормальной цене. И вы бы знали, как я была счастлива. Тоже моя такая достаточно сильная хотелочка, Айя Кагура. Очень классная фигурка. Мне она нравилась в свое время. Она мне, в принципе, и сейчас нравится, но по сравнению с другими фигмами она проигрывает в плане качества. Вот эта вот мадам, я уже не помню, как зовут, она тоже из Dog Days. Мне очень понравилась эта фигурка в плане исполнения, то есть у нее и плащ есть, и какие-то тут доспехи из деталей очень... Много классных сменных. Ладно, на самом деле, немного сменных деталей. У нее классный топорик. Моя инвалидка из Black Rock Shooter, пила. Инвалидка, потому что вся клеенная, переклеенная, чумазая. В общем, жесть. Там еще детали некоторые были потеряны. Но мне ее продавала моя знакомая, которая, в принципе, на фигурке подсадила. Так что я взяла, почему бы и нет. Причем, вот так с виду не скажешь, что она инвалид. А вот, и вот это вот. Это один и тот же персонаж. Далее. Мастер из Black Rock Shooter, покемончик, олень, гарашка, пират, пофоткав которого у меня и появилась вот эта вот фигурка. Так что да.
Это считается самая маленькая фигма, насколько я помню. И я ее взяла только потому, что это самая маленькая фигма, мне было интересно. Она, правда, она очень миниатюрная, она даже не может стоять без подставки, как видите, остальные фигурки без подставок. Ниндероиды 5 по Киону. Сразу покажу вам всех. Брала эти три фигурки, так сказать, на пробу. Было интересно посмотреть на ниндероид петитов. И они очень классные. Так, Хатсуна Мику бутлег, который мне дали в подарок. Еще одна бутлежка была куплена, опять же, на Катане Фесте, на котором я дефиле выступала. Милая коробочка, которая помогла в выигрыше вот этого вот. Тут, в общем, вся коллекция моя собралась и помогала мне выбить еще одну фигурку. У нас это получилось. А из Врата Штейна. Забыть своего самого любимого персонажа, как зовут, господи, простите, пожалуйста. Далее, значит, Нацуме и Мадам из Сейлор Мун, которую мне тоже дали в подарок. Ок, да? Так что никаких претензий. Моя вторая фигурка — Себастьян бутлег. Плохого качества вообще, он просто тут стоит, как сторожило полки. Еще одна пила ниндероид на этот раз. И Мадока Магика. Прекраснейший ниндероид, очень красивый, но с ней очень много мороки, так что я ее вообще не трогаю никак. Да, у меня здесь еще есть такой вот браслетик. Ходила на большую полку, не очень понравилось, но спасибо. Опа-опа-опа, прекрасная полка. Начнем с самой дорогой фигурки во всей моей коллекции. Это Леви на дереве, он стоил 8000 рублей. На самом деле я могла бы купить его, если бы магазин был адекватный. Они должны были мне его продать за 5000 рублей, это ж коробки не было. И там вообще жопа с доставкой произошла. Но 8000 рублей, меня еще на 1000 рублей надули. С меня просто так содрали ее. Ненавижу няфиг. Эрон, опять же, той самой мадам, которая меня подсадила на фигурки. Да, я скупила половину ее коллекции. Леви из той же серии, что и Эрон. Но если у Эрона есть сменные части, то у Леви их нету. А, такая вот милейшая моя мадама. Это Широчка. Кошечка. Я хочу себе хентайные фигурки, но пока что никак. Из Евангелиона. Купила их на большой полке. Единственная радость от большой полки, мне их продали еще со скидкой за 1702 штуки. Мои самые любимые ниндероидчики, они такие сладенькие, ну вы только посмотрите. Эдвард и Рой. Я их купила разницу в месяц. В основном, если я покупаю какие-то фигурки из одной серии, то они ждут воссоединения несколько лет иногда даже. Что ж, перейдем к святой полке. Это полка, посвященная Атаке Титанов. Как вы можете понять, мое самое любимое аниме. Начнем с этого. Это трейдинг Эрона. Я купила три трейдинга. Вот Эрон, Микаса и Леви. Угашенный Леви. За 850 рублей плюс доставка. В основном они стоят по отдельности столько, если брать на Мандарейке. А тут недавно увидела вот эту вот фигурку Леви за 3000 рублей. Я офигела. Также достаточно редкие фигурки, тоже трейдинги. Это Леви, Эрон, звероподобный титан, колоссальный титан и Микаса. Редкие, дорогие, мне вот они достались за 2500 все вместе. Из Японии они будут стоить столько же примерно, но их трудно найти. Я теперь хочу собрать еще несколько серий вот этих трейдингов, их несколько, но, блин, брать 5 таких маленьких фигурок за 6000 я не готова. Тут парочку я воссоединяла кровью и потом, Эрона и Леви. Эрона это я купила на Нандоноше, а вот Леви я ждала 2 месяца. Причем до этого 3 месяца я пыталась найти хотя бы кого-нибудь, кто готов мне его купить, точнее заказать. Моя коллекция ниндероидов по титанчикам, Левичка, Эрон и Эрвин. Да, вы видите то, что Эрвин погрызан, у меня шиншила, она девочка не промах. Если видите, что-то упало, значит это пропало. В планах купить нового Эрвина, а этого пустить на что-нибудь. То есть сделать из него того же Майка, потому что Майка мы с вами никогда не дождемся. Кстати говоря, фигму Эрвина выпустили еще ниндероид Ханжи. Мне они обязательно нужны, но я не могу сейчас купить, очень грустно. Можете подонатить. Достаточно странная фигурка Леви, я очень сильно орала, когда увидела впервые, но тем не менее купила, да, кстати. Тоже Леви, мой самодельный, вот не будем сильно на него заострять внимание, мне он нравится, конечно, я молодец. Он стрёмный. Так, Ханжи и Леви. Еще одна Ханджи и Майк. Я хочу собрать всю серию этих фигурок, но это очень трудно, муторно и вообще как-нибудь в другой раз, хотя это не очень дорого. Последние фигмы на этот обзор — это два Леви и Эрон. Ох, и да, самая моя любимая фигурка — это вот этот вот Леви. Сколько бы времени ни проходило, я его люблю больше всех. Такая вот коллекция. И еще, да, вот это вот.